Как убрать шариковую ручку с одежды? Сейчас покажу. Очень часто школьники пачкают одежду шариковой ручкой, и отстирать ее потом крайне сложно. Поэтому запоминайте совет. Наливаем в кружку обычное молоко. Кстати, так лить не стоит. Переворачиваем пачку, и тогда молоко будет литься ровно и брызгаться не будет. Теперь его нужно подогреть в микроволновке буквально пару минут, чтобы оно было горячее. Но только смотреть, чтобы оно не закипело и не убежало. Затем подставляем под пятно глубокую тарелочку и проливаем его молоком. Можно немножко перемешать, оставить минут на 10, потом вот так вот пожмакать, убираем молоко и получаем вот такой вот потрясающий результат. От ручки не осталось ни следа. Попробуйте.